Здравствуйте. 2 мая, третий лунный день. Созвездие Согар, Сатский Земли. День для достойных руководителей, ханов, наенов. Это день со знаком Мадхухиме, поэтому неблагоприятен для сватовства, дальнюю дорогу, ритуалов, принятия сана, переездов неблагоприятен. Благоприятен в размышлении, медитации, обращении к учителю, Буддам, начало обучения, тренировки диких животных, установлению фундамента, ритуалов, щедрости, проявлений щедрости, прижигания, кровопускания и выкалывания, также борьбы с алко-нарко-табакозависимыми болезнями, подавление негатива, злых языков, ритуалы с огнем. Ребенок, родившийся в этот день, будет талантом к искусствам, стремлением познать окружающий мир независим. Стрижка волос к достатку. День неблагоприятен бурению скважин. Благоприятен для людей, родившихся год коровы, змеи. Неблагоприятен годам лошади, мыши, зайца. И в Огинском Цукчиндуане хорах Оономши, Манидуане Зурова Юрол, Жудуане Пратика, Кухи Самаджи, Самдуин Зажут. Будьте достойными.